В Минске защититься от коронавируса можно на рабочем месте. Многие столичные предприятия позаботились о прививках для коллективов. Компания по вакцинации развернулась и на Минском моторном заводе. Безопасность – это главное, тем более, что я работаю с коллективом. У меня в общежитии проживает 460 человек. Конечно, надо и показать, что это, ну, безопасно, и чтобы люди тоже осознавали, что это надо делать, потому что мы живем в обществе. На сегодняшний день у нас на заводе первую вакцину получило всего 418 человек. Вторым компонентом привито 240 человек. У людей есть право выбора. Кто-то хочет Верасел, кто-то хочет Спутник Ви. В количестве вакцины мы не ограничены. Сколько у нас будет идти людей, столько мы будем прививать. С самого детства все прививки получал. Родители об этом заботились. Тем более у меня родители уже в возрасте, надо беречь их. Тем более у меня внуки есть маленькие. Я защитил себя. После первой вакцины где-то часам к 4 вечера у меня поднялась температура 37,5. Самочувствие было в принципе нормальное. А утром в 8 утра я встала уже как огурец, пришла на работу, все замечательно. Особых таких тяжелых реакций у нас на заводе не было. Было пару человек, ночь потемпературили, утром встали, пришли на работу. Ну, я себе тоже делала прививку. Без всяких проблем. Кроме того, территорию завода дважды в неделю обрабатывают дезинфицирующим средством. В этой специальной бригаде трудятся сами работники предприятия.